В Донецком выставочном комплексе «Экспо-Донбасс» открылось сразу две выставки – «Коммунальная инфраструктура» и «Озеленение плюс ландшафтный дизайн». Легко просматривается общая направленность экспозиций. Они посвящены архитектуре, строительной отрасли, оформлению городских ландшафтов. Без строительства нет развития, без коммунальной инфраструктуры нет эксплуатации, а без ландшафтного дизайна озеленения – нет комфорта проживания. Поэтому я благодарен устроителям выставки и участникам выставки за столь актуальные проблемы, которые здесь показаны, лучшие достижения в этих отраслях народного хозяйства. На экспозициях, которые занимают два зала выставочного комплекса, представлены техника, оборудование и технологии жилищно-коммунального хозяйства. Среди направлений ЖКХ – эксплуатация жилого фонда, инженерные сооружения и сети, коммунальная техника. Как всегда, на экспозиции представлены и энергосберегающие технологии. Фасадные конструкции у нас, утепление фасадов идет новыми материалами. Это люксалон, это дровит. В квартирах это тепло, сохраняются фасады, сохраняется несущая способность стен. Тепло, разумеется. Уют в квартирах. Стоимость жилья в этих квартирах, соответственно, поднимается в связи с этим, что утепляют фасады. В рамках проведения выставок в Экспо-Донбассе прошел и первый съезд руководителей объединений совладельцев многоквартирных домов Донецкой области. Создание ОСМД – одно из направлений реформирования жилищно-коммунальной отрасли Украины. Причем направление это достаточно проблемное. Далеко не везде у нас люди хотят создавать объединения совладельцев. Мы будем продолжать работу, которую мы с вами ведем по, будем говорить так, всем высказано было, особенно, будем говорить, на моем уровне чиновникам, чтобы в Донецкой области тот план, который мы брали на себя, а это практически 5500 объединений совладельцев, и мы пока еще его не выполняем, потому что, к сожалению, нет закона, и никто в ОСМД ни в коем случае силовым путем никого не пытается приглашать, втягивать. И вот то, что мы с вами наработали на сегодня, практически около 3000 ОСМД, которые существуют в Донецкой области, они дают о себе знать. Несовершенство украинского законодательства – только одна из проблем, с которыми предстоит столкнуться объединением совладельцев. Как утверждают руководители ОСМД, не везде они находят общий язык с представителями местной власти. Однозначно, без помощи государства это нереально. Государственная поддержка должна быть. Так же, как и с государственного бюджета должны поступать деньги на восстановление жилого фонда, с областного и с местных бюджетов. Сейчас очень большая проблема – это во многих городах непонимание данной программы на местном уровне, именно руководителями городов. Вот когда будет тесная связь и взаимопонимание, вот тогда наше реформирование жилищно-коммунального хозяйства, оно будет идти в нужном русле, и мы быстрее достигнем успехов. То есть быстрее наш жилой фонд приведем в порядок и будем жить так, как живут на Западе, и не будем рассказывать сказки, что там хорошо, а у нас плохо. Вообще, курс на безальтернативное и повсеместное создание ОСМД вызывает немало вопросов и у специалистов, и у населения Украины. Тем более, что даже за границей жилищно-коммунальная сфера не всегда находится в руках только лишь частных компаний. Однако в Украине многие уверены, что другого пути нет. Есть такие города, где, значит, руководители городов стараются сохранить государственные ЖЭКи. Но мы прекрасно с вами понимаем, что это уже нереально. И поэтому сдерживание, реформирование жилищно-коммунального хозяйства – это просто временное явление. Рано или поздно мы все равно будем жить по новому закону, по нашему законодательству. И все равно придем к тому, к чему мы практически пришли уже по многим городам. Одно из требований при создании ОСМД – капитальный ремонт дома должен быть проведен за счет государства, иначе жильцы останутся один на один с изношенным и старым жилым фондом. Однако у государства не всегда хватает денег. Вместо этого объединениям совладельцев предлагают брать льготные кредиты, то есть ремонтировать жилье за свой счет, но в кредит. Условия льготные 3% годовых на 10 лет, при этом дается отсрочка на год по погашению тела кредита и оплата процентов по кредиту наступает с 4 месяца после получения кредита. То есть исключительно благоприятные условия. Мы этот вопрос, в общем-то, относим к категории приоритетных, и
по нашему убеждению, в общем-то, это тот реальный механизм, который будет и стимулировать развитие УСБГ, с одной стороны, а с другой стороны, и обеспечивать финансовыми ресурсами на возвратной основе. Новый закон об ОСМД должен исправить ошибки старого законодательства, уверены в Министерстве ЖКХ. Однако непонятно, почему нельзя было сделать этого раньше. ОСБГ создается только совладельцами. К сожалению, мы имели достаточно много негативных примеров, когда к созданию ОСБГ присоединялись лица, даже не проживающие в этих конкретных домах, занимая потом ключевые позиции, начинали учить людей, как им жить в собственном доме. Много проблем нам создавали застройщики, когда в новопостроенных домах при отсутствии совладельцев, то есть не были оформлены правоустанавливающие документы на квартиры, создавалось УСБГ из трех лиц, потом появлялась управляющая компания, собственная также от застройщика, с которой подписывался договор на 20-25 лет. После этого определялись взносы на содержание обслуживания жилого дома по 10, а то и более гривен с квадратного метра, сами понимаете. А потом еще устанавливали требования, вступительный взнос за то, чтобы стать членом ОСБГ от 80 до 100 тысяч гривен. Полнейшее злоупотребление. В новом законодательстве мы это все убираем и исключаем возможности для злоупотребления. На съезде был подписан меморандум о сотрудничестве между областным управлением ЖКХ и ресурсным центром при обладминистрации. Он должен помочь совладельцам домов в обмене положительным опытом. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.